Теперь кадры из Франции. По стране прокатилась 11-я волна демонстрации желтых жилетов. В Париже несколько тысяч человек попытались занять площадь республики Бастилии. Они рассчитывали устроить ночную акцию и сформировать так называемую «желтую тетрадь» – перечень социальных требований к правительству Макрона. Противостояние с полицией длилось недолго. Поджоги на бульварах стали сигналом к зачистке. В ход пошли слезоточивый газ, водометы, шумовые гранаты и даже собаки. Резиновой пулей в голову ранен Жером Родригес, один из лидеров «желтых жилетов». Во время демонстранты ворвались в полицейский участок, а в Лимане жилеты сломали двери Дворца Конгрессов и прервали выступление мэра. В Тулузе и в Бордо то же самое. По последним данным, за сутки задержаны 50 человек.